Ассаламу алейкум, дорогие сестры, уважаемые подписчики. Вы на канале Шойста Давлатова. Вот видите, мы вам обещали сделать видеообзор. В данное время находимся в Дубае. Так, чуть-чуть видеообзор сделаем и по одной покажем новинки из Дубая. Мухаммед Садык. Самые шикарные модельки. Давайте проходим. Покажем. По одной, если вы хотите, конечно, дорогие мои. Смотрите, вот в прошлый раз я пришла другие, вот эта моделька была бархаты, шфон бархаты, да, вот, допустим, и ткань джун, ткань шелк. Сейчас вот видите, все эти модели новинка и для хадж-умра, и для вот свадьбы на выход. Самый бомбейший модель, так вот уж появились. Давайте по одной. Можете этот оператор чуть поближе, пока я не успела одеть, и шелу оденем и покажем. Здесь ткань, вот шифон, но с этот верху, вот видите, блестит вся. Это как супоры. Здесь троечка, размере от, уже сразу скажу, от 44 до 60. Вот с этого моделька, видите, все цвета. Хамаранглеридан бор, барбредан гузаль, супер модельлар. Теперь халайна. Смотрите, дорогие мои, вот эти новинки, узоры, камушки, вся эти только у нас в Дубае. Вот для келинлярга, для невестки, смотрите, такой шок-модель. Кому эти, кто, допустим, вот кому это нравится, да, можете сделать скриншот, отправить по WhatsApp и статус WhatsApp, и этот, мы в YouTube. Иншалла, так вкладываем. Теперь покажите, пожалуйста, вот поближе. Здесь для вот женщины хаджи умра, которые вот поедет, да, вот, вот беленькие, вот все нам заказали, все этого мы уже купили, все этого тоже брали. Так что, кому какие размеры, вы можете сделать скриншот и отправить, так как сказать, нам через WhatsApp. Все модели, которые мы вам показали, только, вот только-только начали. Еще ждите от нас видео, новые видео. Мы вкладываем в каждую видео в YouTube, телеграм-канал, статус WhatsApp, чтобы вы посмотрели, отправили тогда, как сказать, скриншот. Так, дорогие мои, вот здесь давайте один новиночку, тоже все эти новинки покажу. Лейла. Так, ну по-арабски, по-английски, ну вы же сами понимаете. Если пошупать, ткань совсем бомба. Для вот покрытия, для всех оно очень подходит. А? Рукав давайте покажу. Вот видите, рукав, какая симпатяга. Оно не присвечивается. Дорогие мои, вот выбирайте вот эти шикарные модельки. Здесь вот тоже такой ткань, ну, лейлан сказали. Но здесь с узором, вот видите, вся эта ручная работа. Вся эта ручная работа. Тоже рука. Вот такая фасонка, видите, свободная, есть пояс, есть, так как сказать, шарфики. Здесь уже ткань совсем другой. Сельк. Шелк. Так, теперь смотрите, здесь шелк, вот вся ручная работа. Рукав здесь уже совсем другой, видите. Здесь тоже шелк. Смотрите, какие блески, какие вот шикарные модельки. Здесь уже ткань вообще другое. Тикток материал. Не тикток. Материал, да. Да, вот. Не тикток материал. Так, смотрите, дорогие мои, я стараюсь, чтобы вот про этот вот все ткани вам объяснить, что за ткань, что, ну, за материал, да. Так что, дорогие мои, все шикарные модели только вы можете найти, покупать с Дубая. Значит, будьте с нами. Так, дорогие мои, ткань лейла, которую мы вам показали, ну, похож такой очень шикарный, мягкий. Здесь уже ткань лейла. Тоже ручная работа. Именно вот того, до этого показали, зеленый цвет. Есть вот другие цвета, вот тоже нам показали. Теперь вот дальше посмотрим. Здесь еще совсем другой узор и вот шикарные модели. Так, с этого модела вот другой цвет тоже вот. Смотрите. Но шифон, здесь уже шифон.
Так, опять вот здесь, конечно, тройка. Шарф, платье и этот. Тоже посмотрите, дорогие мои. Здесь тоже ручная работа, но ткань, вот видите, сразу видно шифон. Ну, покажу. Да, именно с этого модела, до этого мы вам показали. Смотрите, другие цвета. Вот. Сейчас в данное время в моде, в тренде, это фасон. А здесь тоже тройка. Цвет, вот посмотрите. Все цвета именно с этого фасона, все цвета есть. Просто вы мне скриншот отправьте и пишите, как сказать, какой размер вам нужно. Теперь, дорогие мои, давайте мне другие вот варианты тоже покажем. Ткань сивай. Оно, опять говорю, не шифон, не креп, но похож. Такой плотный, такой мягкий, такой очень приятный модель. Платье. Вот именно с этого фасона три цвета вот показывает нам. Сейчас в данное время есть. Все размеры сказали. Сделать скриншот, пожалуйста. Вот видите, какие вот красивые. Все размеры есть. Такой шикарный моделька. Не присвечивается. Платье, шарф. Вот видите, да, здесь? И шарфы тоже есть. Шарф, платье и абайка сверху. Так, дорогие мои, теперь давайте вот другой вариант тоже покажем. Здесь шифон двойной. Давайте вот так покажу. Шифон оригинал. Вот, видите, двойной, не присвечивается. Полностью ручная работа. Именно с этого модела вот. Четыре цвета есть в наличии. Черный, вот цвет, черный цвет и зеленый цвет, ну, ментол цвет. И темно-синий цвет, ментол. Так, четыре цвета есть в наличии. Есть шарф, есть этот. Давайте вот рукав тоже покажу. Смотрите, какая красота. Вы с этим моделькой будьте просто золушка, дорогие мои. Обязательно обратно нам отправьте скриншот. Вот видите, не присвечивается так, что будьте спокойно, видите, оно не присвечивается. Здесь ткань органзы. Сейчас в моде, может быть, вы везде вот видите, сейчас в данное время, в последнее время в тренде вот такая фасонка. Видите, платье, рукав длинный, вот видите, на резинке. Платье тоже, вот видите, как креп, оно не креп, еще раз говорю, не шифон, но этот. Именно с этого вот модела четыре цвета, вот видите, тоже вот пудра цвет очень шикарный. Белый цвет, самый вот бомбеж, вот еще вот посмотрите. Здесь, конечно, черный цвет еще. Ой, давайте вот так покажу. Но оно, заранее предупреждаю, оно небольшое, уже знаете. Вот так. Так что, скриншот отправьте, дорогие мои, и пишите свой размер. Ставьте лайки, пишите комментарии. Иншаллах, мы с вами. Подписывайтесь.